Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «В любви есть только двое. Весь мир вокруг – декорация». Ну, это естественно. Как? Потому что ничего другого не видишь. Если ты любишь, ты любишь только что-то одно или кого-то одного, и больше ничего. Любовь не может быть на все 360 градусов. Да. Она может быть только узконаправленная. У нас нет другого выхода, другой возможности нету. Даже возьми у матери, которая так любит своих детей. Все равно, если мы бы до конца поняли бы ее состояние, то, наверное, к самому маленькому она относится с самой большой любовью. То есть вы говорите так, есть вот эта вот любовь, да, вот такому, да, к самому маленькому, к самому любимому. Да. А все остальное как бы практически... Вокруг него. Максимум вокруг него немножко, но, в общем, это он. Но все остальное как бы помогает вот этой любви, только для нее существует. Только, да. Да? Конечно. Вот так и любить надо, да? Вот скажите о любви. Духовная любовь, она подразумевает такое состояние человека, когда он видит все человечество как одно единое целое, как один сборный человек. И его он любит. Потому что он обнаруживает, что при таком отношении к этому единому. Общему единому образу, он видит в нем Творца. Он строит с ним такую систему коммуникации, что при этом он начинает ощущать в этом всю природу, все человечество, все настоящее и будущее. И тогда вот эта фраза «я люблю Творца», она вот будет... Да? Она так только и образуется. Так образуется. Да. Иные представления о Творце, они несостоятельны.